люди вышли протестовать, по-моему, что-то связанное с велосипедами. Или со сковородками. Ассаламу алейкум, друзья. Ислам приехал и, как говорится, слюну навалило. Он вспоминает Париж, забастовку просят снега. Называется, выехали покушать, да? Не откопали машину, вот она застряла здесь в сугробах. И теперь где-то здесь остались, короче, на Эльбрусе. Наша Акира осталась бы без еды, мы бы тоже. Наш брат Хасбулла приехал за помощью. Один звонок Мучаева, и он тут как тут. Очень хороший ролик. Приятного просмотра. Итак, канатки закрыты. Делать нечего. Раскопки нашей машины продолжаются. Сейчас откопаемся и еще обратно едем. Не получилось покататься в этот раз. Маша! Ассаламу алейкум. Пацаны на самом деле красавчики. Вот остается буквально немножко. Сколько это немножко? Ну, с самого начала так говоришь. Это у нас прикол такой. Через немножко мы уже стратосферы достигнем. Смотрите, что за красота. Вот, осталось вот немножко. Сколько еще по полчаса нам нужно пройти? Братья, это вот прекрасная группа. Сколько раз немножко? 5000 рублей даю тебе, чтобы вот такую бомбовую прическу тебе сделать. Вот такую вот. 5000 рублей. Червоный даю, 10000 рублей. Вот за такую бомбовую прическу. Нет? Тогда полтинник. Он подумал, что я включу, да? Он сейчас включу, понравится. А там у него 30-ка, я напомню, Серега. Я напомню, что я людей обманываю. Я серьезно говорю, нет. 50-ка же нет, да? 50 тысяч рублей на 15. А говорил, говорю. Я за долларов ты подписался бы, что ты нашел? За долларов, да. Конечно. А за 100 тысяч рублей не подписался, нет. Брат? Ты хочешь сказать, ты за 200 тысяч? Ты говоришь, за 300 тысяч не сделал бы такую прическу. И это было мое последнее предложение. Он это не поймет. Когда кого там идут работать. Его голова не работает, работает голова соперника, да? Да, да. Ну он что-то тебя страшно погнал. Очень сильно. Позиции поменялись. Какая голова? Давай, сюда, сюда. Че? Вот это нормальная завязка у вас сейчас. Нам человек нужен, который разнимет. Начали! Друзья, наш брат Касум уехал в Америку и будет тренироваться как спарринг-партнер Умара. Будет помогать подготовке к бою. Сейчас идет общение с местными, со взрослыми дядьками. Спасибо за просмотр. Баракалла. Это уже другой город. Вот такая вот обстановка у нас по американо дали, короче, чисто взрослая камень на обсухе, язык изучаем.